Серьезная авария произошла сегодня на проспекте Ямашева. Водитель БМВ на полной скорости врезался в КамАЗ, который очень медленно двигался по левой полосе. Цистерна снабжала водой рабочих, моющих дорожное ограждение. По словам очевидцев, в аварии виноват сам водитель иномарки. В результате столкновения у легковушки сильно пострадала передняя часть. У грузовика задняя левая сторона и повреждена труба для подачи воды. Содержимое баков стекало на дорогу. Сейчас участников ДТП ждет разбор в ГИБДД.